Олег, мы тебя поздравляем с победой в чемпионате Симферополя. Как настроение после финального боя? Большое спасибо. Настроение отличное. Провел два боя, выиграл. Рад очень. Хорошо отработал на все 100, как мог. Как ты считаешь, для тебя финал сложился? Ну, финал сложился довольно и не тяжело, и не легко. Средненько. Бывали и сильнее противники, и легче. Вполне хорошо боксировал. Третий раунд, правда, очень устал. Но работал как мог. Андрей, ты у нас чемпион Крыма, теперь уже чемпион Симферополя. Скажи, какая победа для тебя была более почетной? Для меня была более почетная победа в Симферополе. Это был довольно-таки сложный бой, мне он понравился. То есть именно сегодня, чемпионат Симферополя? Чемпионат Симферополя. Скажи, а тяжело вообще биться в финале со своим земляком? Да, очень тяжело, спорно, кто победит. И не хотелось особо драться так против своего. Впереди чемпионат России. Планируешь ли ты готовиться к нему и планируешь ли ты попадать в сборную в Севастополе? Да, я планирую попасть в сборную и выиграть чемпионат России по боксу. Твой соперник сегодня не вышел на финал. Как ты думаешь, реально заболел или испугался тебя? Скорее всего, испугался, я так думаю. Я позвал вчера, хорошо, босс, меня поздравили. Я во втором раунде победил. Обидно, что вот не удалось в финале побоксировать? Мне даже радостно, если честно. Почему? Ну, как бы я сейчас не готов после вчерашнего боя, все-таки усталость есть. Wanna shut it all down, throw it all away, cause I'm nothing if I don't have you. What's the point of being on top, all the money in the world, if I can't blow it all on you. Вообще я доволен выступлением, потому что много наших мальчишек, вот, основных, заболели и не приезжали сюда, не приехали сюда. Вот. Много ребят, которые мало боев, хорошо боксировали. У нас 4 первых места. Вот. Так же самое у нас 6 вторых, вот. Я доволен результатом, в принципе. Вот. Будем готовиться на дальнейшие соревнования, на 19 число, которое будет проходить на Коле Пищенко в Севастополе. Вот. Туда будем готовиться. Вы сказали, что сегодня участвовал не основной состав боксеров. Из тех ребят, которые боксировали, кого можете выделить? И среди них есть кандидаты на сборную, попадание в сборную Севастополя, который поедет на чемпионат России? Мне очень понравился Олег Корчевский, который выиграл вчера досрочно и сегодня отвоевал, как положено, выиграл бой, стал, занял первое место. Вот. Я его рассматриваю, очень хороший, способный мальчишка. Вот. Также у нас Заратученко, но он в основном составе, то же самое, он сегодня занял первое место. Вот, который будет рассматриваться на чемпионат России в супертяжелом весе. Впереди открытый чемпионат Севастополя. Означает ли это то, что все ребята, которые боксировали на чемпионате Симферополя, приедут к нам в гости? Ну,
По возможности я пригласил каждый город, вот, весь Крым, каждому тренеру сказал, вот, сказал, чтобы приезжали к нам на открытое первенство города Севастополя. You make me wanna shut it all down, throw it all away.